Решение по сносу кафе «Романтик» судом было принято еще в январе. Однако с тех пор владелец так и не выполнил постановление. Не опечатали и не наложили арест на заведение судебные приставы. Кафе работало в обычном режиме и приносило доход своим владельцам. Результатом проведенной проверки материалы были направлены в правовое управление администрации города Сочи. Администрации города Сочи был подан иск к ИП «Кишищан» о сносе самовольно возведенного кафе. Вот, решением арбитражного суда Краснодарского края исковые требования администрации города Сочи о сносе данного кафе удовлетворены. Сотрудники кафе занимаются демонтажом заведения. Им необходимо привести территорию в первоначальное состояние и выполнить работы по благоустройству. Это второе кафе в Адлерском районе, деятельность которого была остановлена судом, а помещение признано незаконным. Рейды по выявлению самовольных построек регулярно проводятся сотрудниками администрации, полиции и службой судебных приставов.